Всем приветики, девчонки, ребята. У меня начинается влог сегодня, как обычно, на кухне. Мое любимое место, ну, я думаю, и любимое место многих. Я сейчас сходила в магазин. У нас сегодня черная пятница. Практически во всех магазинах сегодня Black Friday. Поэтому я тоже решила не отставать, сходить купить товары по акции. И, кстати, очень выгодно. Поэтому покупала практически все по хорошей акционной цене. Так, сейчас покажу, что купила. Купила сметанку Брест-Литовскую, нашу белорусскую. Пельмени. Настюша взяла вот такие французские флёр альпин печенье с яблочным соком. Ей очень нравится, я уже открыла, она две штучки съела. Так, сырочки наши белорусские, минская марка, очень-очень вкусные. Кто еще не знает, вот эти вот с девочкой самые-самые вкусные белорусские сырки. Затем взяла колбаску с телятиной, кусочек рулета, все по скидке, кусочек сыра российского, рис, вот такой хохландский сыр, пару штучек хурмы, хлеб, пончики с вареной сгущенкой, хлеб тостовый Хэррис, и взяла мою любимую, это ореховую пасту. Как я обожаю ореховые пасты. Хочу пожарить тост и намазать ореховой пастой. Настюшке взяла вот такое вот маленькое счастье. Банан, клубника, сливки. Взяла, угадайте что? Ладно, кишка свиная. Это папа делает из них колбасы из лося. Так как он охотник, поэтому, ну да, жутко выглядит, поэтому я отставила так в сторонку. И покупала вот такие вот тоже эклерчики, шоколадные, свеженькие, вообще за $1, грубо говоря, даже меньше. Да, вроде $1, мы уже тут скушали две упаковки, взяла очень вкусные, свеженькие. Вот, и у нас тут, кстати, на вечер шарлотка. Шарлотка с папиных деревенских яблочек. Он привез, вот у нас что осталось. И я сегодня сварила компот тоже с них, перелила в баночку. Вот совсем немножко осталось Настюшке тепленького. Так что вот такая закупочка. Сейчас я все это быстренько разложу. А, не показала самое главное, что я купила. Посмотрите. Подготовка полным ходом к Новому году. Не поверите, вот такая вот коробочка конфет стоила 3 рубля, там или 60 копеек, или 70 копеек, то есть вообще копейки. И очень красивый такой аккуратненький подарочек кому-то, как знак внимания, я думаю, очень классно. Так что я сразу 4 штуки взяла, чтобы было, поэтому подготавливаемся потихоньку к Новому году. Вот, все, сейчас все раскладываю и пойду пить кофе, потому что что-то у меня, наверное, давление понизилось. Голова немножко так побаливает, виски стреляет. Надо сделать кофе-паузу. Так, забыла вам показать. Я в магазине сегодня приобрела себе, не поверите что, красный, вот такой вот яркий блеск для губ. Я честно скажу, у меня никогда даже красной помады не было. Вообще я не пользовалась. Я даже не знаю, идет мне или нет. Максимум вот у меня был это розовый блеск, но мне так захотелось красного. Lady in Red. Поэтому я сейчас попробую, посмотрю. Вроде я так и выбирала, тестера не было. Вот так вот просто посмотрела, какой красивый красный. Потому что красных оттенков было очень много. Мицеллярной водой снимаю макияж. Так. Как вы думаете, пойдет мне или нет? Вот такой вот бальзам. Это буржуа. Оттенок 09. И на французском написано. Рош Эревес, что-то такое.
Так, ну, пробуем. Ой, слушайте, мне кажется, очень красно. Вот такой вот получился оттенок. Как вам, скажите? Мне кажется, очень красно, но вы знаете, вот я сейчас смотрю, мне кажется, цвет очень красивый такой, что-то даже матово-бархатное. Но, конечно, надо под что-то одеть, потому что под белую футболку это никуда не идет, это такой домашний стиль, а вот красное платье, бордовое, думаю, да, очень красиво. Так что вот такой вот красный блеск матовый, буржуа, рош, вельвет и три буквы, ЛНК. Так, я тут решила разобрать и показать все, что у нас есть к Новому году. А смотрите, кто пришел. Настя сегодня целый день в маске котика ходит. Скажи, Настюшка, мяу. Да? Скажи, мяу. Эту маску, кстати, мы покупали на фикс-прайсе. И Насте так оно нравится. Мяу. Мяу. Да? Так. Вот наша коробка от к Новому году. Сейчас будем смотреть, что там есть. Так, у нас вот такие дуделки. Я уже показывала. Но я не буду дудеть. Так, корона вот такая. Тоже в фикс-прайсе покупали на Новый год. Так, Настюшка, раз ты в маске котика, значит, и я одену корону. Будем так весь наш Новый год смотреть, да? Вот. Ай-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Так, дальше. Что у нас здесь есть? Шарики. Затем вот такой вот фонарик есть. Так, просто думаю, куда его сейчас подключить, показать. Вот такой вот шарик, он светится. Настя увидела. Да, Настюшка, мы его на Новый год. Да. У нас микрофон. Будем петь на Новый год. На-на-на-на-на-на. Новый год к нам мчится. Чух-чух-чух. Скоро все случится. Так, что у нас еще? Шапка Деда Мороза. Смотри, снеговичок. Вот, он тоже светится. Держи. Снеговичок. У нас, кстати, этих Настя, не кидай. Вот такие вот снеговички, они светятся. Вот такие. Потом у нас большая гирлянда, большая-большая. Мы ее будем вешать вон туда, на окно. Так, что у нас? Корона. Настюша на прошлый, на первый свой Новый год одевала такую корону. Вот такой снеговик у нас, да, снеговичок. Вот такой у нас подсвечник, снеговик. Привет, Настенька, дзын-дзын-дзын. Только не кидай. Потом у нас ушки есть зайчика. Ушки зайчика. Настя, мы про них совсем забыли. Ой, надо как-нибудь с ними сфотографироваться. Потом вот такой вот веночек маленький. Маленький, с шишечками. Вот такой вот, с Дедом Морозом. С шариками. Так, ой, еще у нас, оказывается, две шапки Деда Мороза. Потом вот такие вот у нас есть эти... Я не знаю, что это, знаете, где это мне дали? Может, года 3 или 4 назад в Макдональдсе, короче, вот так фотографироваться. Кстати, мне это можно не подставлять. У меня тоже красные губы. Елка наша на балконе у нас такая искусственная, уже наряженная. И там же большой Дед Мороз. Поэтому не знаю, будем ли мы что-то докупать для Нового года. Но может такое все и оставим. В принципе, мы особо не сильно так будем украшать. Это мы пока все сложим. Сейчас, кстати, нам позвонили. Знаете, что нам привезут? Вы не поверите.
Нам привезут Настюше в комнату шкаф. Только он будет в разобранном виде, и его будем со временем там собирать. Мы просто заказали, собирать потом будут. Поэтому ура, ура, наверное, в коридоре все сложим, ну посмотрим. Так, ура, к нам приехал шкаф. Но уже очень-очень поздно, поэтому говорю шепотом. Мы его составили сюда, к Сереже в комнату. Настюшка уже уснула. Так, сейчас. Так, у нас уже 10 часов вечера. А это значит, что Катя идет есть. Я не знаю, почему, но вечером так хочется кушать. Может, из-за того, что я Настюшу поздно укладываю спать и много энергии трачу. Ой, я не знаю. Ну, очень хочется кушать, поэтому я сейчас думаю, поем шарлотки. Налью кефира. Такой, знаете, легкий ужин, чтобы был. И пойду умываться и ложиться спать. Потому что завтра мы едем в очень интересное место. Поэтому завтра обязательно заходите на мой канал. Смотрите влог. Вот. Так что все, дорогие друзья. Увидимся уже с вами завтра. И всем пока-пока.